Почему родители? Родители, особенно папа, это не всегда так бывает. Там, смотрите, я буду говорить такие полярные вещи. Это не значит, что если так, то только точно вот так. Если вот это, то точно вот это. То есть там есть миксы такие какие-то, да, и человеческий мозг, он настолько разнообразен в своих нейронных связях, что отследить какие-то более конкретные вот вещи очень сложно. Поэтому папа, он отвечает за то, что происходит с тобой в социуме. То есть папа прививает людям, что такое хорошо, что такое плохо. Да, помните, как там в стихотворении? Папа дает навыки выживания, и папа всегда любит за что-то. У папы всегда любовь условная. Так получилось, то есть, так природой дано, что папа учит выживать. И вот эти ваши, знаете, там, папа меня не любил, папа там не помог, он просто наблюдал, как ты будешь выживать. И его задача, чтобы ты в социуме потом выжил. Задача мамы, природная, материнская любовь, она безусловная. Мама любит просто так. И тебе не нужно ничего делать, тебе не нужно там еще один диплом, еще два языка выучить, тебе не нужно там устроиться на хорошую работу. Тебе не нужно ничего делать, чтобы мама тебя любила. Это папе мы носим 4 диплома, квартиру, машину, доходы какие-то показываем, да, и всегда охота, в основном мы перед папой, даже если папы уже нет, что тоже немаловажно, потому что, я не знаю, мы сегодня еще про это поговорим, но о папах? Сейчас смотрите, вот в психологии, сейчас, если вы общую тенденцию посмотрите, да, то роль матери, она очень сильно сейчас переоценена, и весь фокус идет на женщину и туда уходит. Потому что весь мир, хотим мы этого, не хотим, мы уходим в матриархат. Вы вообще чувствуете, да, все этот... Я думал, что Казахстан как-то нас пронесет немножко. Мы стремительно несемся в матриархат, и скоро роль женщины, она будет очень, влиятельная она станет. Не только ночью. И поэтому, но роль отца, про нее тоже забывать нельзя, потому что отец несет очень большие фундаментальные навыки, которые нам потом помогают в жизни. И знаете, есть кто, у кого обиды на отца? Пил, там, бил. Ага, хорошо. Угу. А у кого вот обиды на отца, и у них отца уже нету? Ага, хорошо. Смотрите, тем, кто, у кого папа еще живой, вам вообще очень легко. То есть у кого папа жив, проработать свои вот какие-то блоки там, или вещи с отцом вам будет проще. Почему? Потому что я вам отдельно прям даю задание. В течение 40 дней подходите к папе, говорите, я тебя люблю, и обнимаете. Ну и маму тоже, соответственно. Ага. Для многих это пытка. Для многих они не могут выразить свою любовь, и поэтому... Сейчас я вам объясню. Ко мне приходил парень, такой, знаете, этот, он бодибилдер, что ли, он вот такой большой. И когда мы стали с ним работать, он стоит, плачет, он говорит, меня папа не любит. Вот ему уже 36 лет, и он говорит, меня папа не любит, он плачет прям. И он говорит, почему он со мной такой грубый, почему он меня так не любит? Вот он меня там не поддержал, здесь меня не поддержал. И когда я ему дал это задание, что в течение 40 дней он просто говорил папе, что я тебя люблю, в первый же день он от папы услышал то же самое. Мы эгоистично хотим любви, но ей делиться не собираемся. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы папа тебя любил, но никогда в жизни ни разу ты не говорил ему об этом.
сегодня соцсети есть, сегодня телефоны есть, звоните, говорите, просто и все. Даже если он бросает трубку, все равно звонишь, 40 дней. Я тебя люблю. Это ладно, пытка для тебя, прикинь, для него что? 20 лет не звонила, и тут такая каждый день, я тебя люблю с добрым утром, да? Вот смотрите, вот я работаю с людьми уже, ну, 10 лет. Вот в августе этого года будет 10 лет, как я вообще влез вот в это, сейчас, секунду, как я вот в это все зашел. И я понял, что аффирмации работают. Многие говорят, что аффирмации не работают, аффирмации сильно работают. Но прежде чем чтобы работала аффирмация, очень важно, чтобы ты сначала изнутри почистил все свои обиды, и поэтому я всегда говорю, сначала письма прощения. И вот роль писем прощения в жизни, да, это, наверное, самая крутая терапия, которую ты можешь сделать самостоятельно с собой. И тебе больше никто не нужен, ни я, ни какой-то другой психолог, если ты делаешь это как бы фатально. Если ты не будешь юлить, если ты не будешь там, знаете, как вот, ой, да ладно, потом, в следующий раз, да, то есть, и если это сделать по-человечески один раз 40 дней, все, ты святой.